Ну все, поменяли крылышко окончательно. Вот так это все выглядит. Четверок развелось. В общем, здесь мы сделали, чтобы не возиться. Так вот буду дверьку делать. Она вот здесь вот чуть-чуть. Воротина мне тогда ударила. Буду крылышко делать. Как видите, оно не очень. Вот такое вот, со вмятинами. Ну, ничего страшного. По зазорам. Все четенько. Все четенько. Вот так вот. Вот. Здесь. Так же, как и здесь. Абсолютно одинаково. Нужно будет шлифануть. И все. Сейчас у крышки нету резинки, поэтому она внутри чуть-чуть. Должна быть вот так вот как-то. То есть все четенько будет. Все, скоро начну покрасочными работами заниматься по вот этой бочине. Так, загнал машину. Начинаем. Буду делать, наверное, еще не решил, но заднюю дверь точно. И заднее крыло. Это минимум программы. Программа максимум всю бочину. Потому что там вот есть небольшие такие вот тычки от дверей на парковке. Что-то еще там. В общем, хотел я все это, конечно, вывести за один раз, чтобы... Так, я здесь уже подчистил зону сварки. Вот эти места подчистил. Проем подчистил. Вот эти точки со стойкой стыковка. Еще не почистил там, но потому что машина нужна будет иногда, скорее всего, чтобы не, ну, особо не разбирая, чтобы можно было поехать куда-то, то есть накинуть фонарь на край. Вот. Так что в таком виде все у нас пока что. Начинаем, счищаем грунтовку вот эту черную, начинаем подшпаклевывать некоторые вмятины, которые там до этого показывал. Значит... Там неровность самого крыла по арке есть. Там, ну, общие такие, как бы. Плюс еще сварщик там немножечко намял, когда натягивал крылышко. В общем, весело будет. Так, поехали. Подшпаклевал. Чуть-чуть туда. Расчистил. Здесь было. Ну, воротами ударило тогда. Я просто подмазал. Надо обязательно сразу красить. Вот эти места все проблемные, короче, места пришпаклевал. Сейчас сначала вот с этим, ой, блин, сначала вот с этим вот разделаемся, с полудугой, с этой. Потом я буду уже здесь шпаклевать, потому что, блин, начну вот это место точить, начну рубить вот это вот, если здесь шпаклей будет. Ну, в общем, так вот как-то. И чуть-чуть подсушиваем, потому что сейчас отойти надо будет, пускай сохнет. И сразу подметаем, убираем лишний мусор, чтобы потом в нем не топтаться. Чистота – это залог удачи и здоровья. Так, в общем, по шпаклевке. Это уже второй раз я подмел ее веником, вынес на улицу. Выбросил вот там, вон она, белая. Вон она. В общем, хоть крыло и новое, но оно все кривое. Об этом свидетельствуют вот эти вот пятна шпаклевки на нем. Ну и, конечно же, я колупаюсь с аркой. Не по-детски. Так, и еще дверь. Ну, дверь как бы там. С дверью просто вот, ну, вот в этом месте, блин. Я раза 4 уже, наверное, кидал. То есть ты ее кладешь в радировник, она чуть-чуть, она как будто вот, ну, вдавливает дверь. Ну, в общем, красить будем вот это. И вот это. Потому что по времени я пока ограничен. Здесь я все расчистил. Пришлось даже поклянуть вот здесь вот. Вот. Здесь тоже все расчищено. Там я герметик нанесу. Здесь герметик. По этому кантику герметик. Потому что вот у нас вот такие вот щелочки есть. Их надо нейтрализовать, чтобы туда не затекало ни хрена. Там герметик и... Здесь также у нас будет герметик. Так. По зазорам. Все четко. Бодро, хорошие зазоры.
Сейчас готовлюсь к грунтованию уже. Второй день сегодня. В принципе, сейчас уже часа два дня. Будем сейчас грунтовать. По мелочи тут все всякие. Докидал шпаклевочки там чуть-чуть. Буквально через час я уклею и буду грунтовать. Тем временем приехала Шкода. Ну что-то ребята, блин, в этот раз наварили. Хоть по зазорам все четко. Да. Ну, можно сказать, здесь что-то не очень, кстати. Что-то я сейчас обратил. Ну, это крыло тоже было битое. Но, блин. Вот здесь вот смачно так наварено. Вот это вот. Конечно, тут такая ступень. Но она все правильно сделана. То есть здесь это идет. Здесь вот падает вовнутрь. Вот это тоже ровно. Вот. Ну, в принципе. Здесь залом. И здесь залом. Ох ты, елки-палки. Вот он. Да? Здесь залом. Ну, это похоже даже не залом. Это, мне кажется, китайская. Китайско-тайваньская такая формовка. Ну и здесь также. Вот так вот это изнутри выглядит. Ничего интересного. Вот так вот. Тут все разобрано. Можно вот так вот колесо увидеть. Пока грузится газель. Мне загрунтовал крыло вчера. И залил его проявкой. Проявка эта баллончиковая. Я использую ее. Сегодня наша задача все это вышкурить. Для этого проявка мне нужна. Нанести герметик в этих местах. Здесь вот. Там внутри. И вот по этому шву. И будем красить. Будем красить вот это целиком. Целиком крыло в базу. Здесь будет переход. Так, в общем, если бы не проявка, то не увидел бы вот это все, вот эту ямку. Это вот чисто сами дефекты крыла формовки. Ну, здесь вот мой косяк. Ну, короче, здесь везде мой косяк. Моя задача была выровнять это. Я плохо в шпаклевке это выровнял. На то я как бы под грунта подлил. То есть я сейчас все это вышкурю уже маленьким брусочком. Вот здесь тоже маленьким брусочком все пройду. Так удобнее будет. Тут тоже маленьким брусочком. Ну и вот они, вот эти места. Это у нас, как, ну, грубо говоря, назовем их гора, да? То есть возвышенность. Вот здесь вот уже до металла. Вот видно. Серый, темно-серый и серебристый цвет. Серебристый — это голый металл. Вот здесь вот эбоксидник. То есть я сначала эбоксидником, потом пориком прошел. Вот. На двери все нормально у нас. Сейчас снимаем ручку, мотим дверь до конца. Под покраску уже добиваем крыло везде до конца. И можно будет начинать готовиться к покраске. Так, открасил все.